Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Муша. Сегодня наткнулся на статью в интернете, которая называется «Как мы зарегистрировали фирму в США». Ребята из России, которые делают пиццу в России, решили выйти на американский рынок, и им понадобилась компания. Они решили зарегистрировать в штате Делавэр и отдали за это дело 20 тысяч долларов и месяц работы. Мы бы им сделали, компания «Русская Америка» бы им сделала за 2 дня и за 960 долларов. Но наткнулись они, наверное, на каких-то посредников, которые сами не делают, а все это перекупают там, у американцев. Американцы еще у кого-то перекупают эту услугу. Один, второй, третий, четвертый. И в итоге вот 20 тысяч долларов. Вот такая разница. В 20 раз больше переплатили. Вот основатель Федор Овчинников таким образом потерял немножко денег. Вот такая вот короткая история.